Мы с вами говорили, что существует 4 стадии прямого света. Я рисую 5, потому что нулевая стадия не считается за стадией, она считается корневой, корень. На иврите называется шорыш, корень, корневая стадия. Потому что это один свет. Еще нету здесь творения, еще нету кли. А затем идут стадии первая, вторая, третья, промежуточные. И четвертая стадия – это уже творение. Но когда творение создано и ощущает себя получающим, оно таким образом создано предыдущими стадиями. Поэтому, если мы говорим о том, что есть авиют, помните, что такое авиют? Это толщина желания. Нулевой, первый, второй, третий и четвертый, то вот в этом окончательном творении существуют все эти 4 уровня авиюта, все эти 4 желания. Потому что невозможно, чтобы получилась первая стадия без нулевой, вторая без первой, третья без предыдущих, четвертая без предыдущих. То есть каждая последующая стадия включает в себя предыдущие, и на основании ее растет дальше. Как мы. Я не могу быть 5-летним ребенком, если я до этого не прожил 4 года. То есть каждый раз, когда желание возрастает, оно возрастает, потому что предыдущие желания у меня отработали свое и выдали во мне новое желание, более развитое. То есть предыдущие желания как бы находятся во мне, но и они определяют, рождают, поддерживают вот это новое желание, следующее. Поэтому, если мы говорим о 4-й стадии, то мы говорим о ней как состоящей из всех предыдущих стадий. Нулевая, первая, вторая, третья и четвертая. Стадии авиюта. Авиют. Толщина. Величина желания. А если я желаю на эти стадии желания, силы желания, величины желания, толщины желания, создать экран, то, естественно, экран у меня должен быть, соответственно, состоящим из 4 стадий сопротивления моему желанию. То есть, если я работаю с нулевой стадией желания, то у меня маленький экран. Если я работаю со следующей стадией желания, с первой, то у меня должен быть большой экран, больший экран. Со второй стадии еще больше экран. С третьей стадии еще больше экран. И с четвертой стадии самый большой экран. Сила притяжения должна уравновешиваться силой отталкивания, отторжения. Поэтому авиют у нас есть в кли, в желании, величина желания, а сила экрана обозначается термином кашиют. Кашиют. Кашиют означает, как сказать, жесткость. Жесткость экрана. Ну, это нам понятно, в принципе, тут чисто физические такие простые термины. Жесткость экрана должна уравновешивать авиют желания, величину желания. Ну, и это понятно, стоит передо мной какое-то блюдо, допустим, там, индейка нашпигованная яблоками, там, что-нибудь такое особенное. Значит, естественно, я тут должен включать сильное желание. Если кусок там хлеба там с килькой, меньшее желание и так далее. То есть все должно уравновешиваться и по количеству,
по величине желания, и потом мы с вами будем говорить и по качеству желания, потому что желания могут быть совершенно различные и по величине, и по их самой природе. Есть у нас, давайте мы можем нарисовать это по-другому, можем нарисовать от нулевого уровня, как бы нам назвать, первый уровень, второй уровень, третий, четвертый. Так. То есть в зависимости от того, какие наслаждения я ощущаю, в зависимости от этого я включаю определенный экран. До тех пор, пока человек не обретет экран, он свет высший не ощутит и не получит. Мы находимся в нашем мире, то есть в таком состоянии, когда мы ощущаем только вот то, что мы ощущаем. Для того, чтобы ощутить скрытый мир, для этого нам необходим экран. В той мере, в которой у нас будет экран, мы сразу ощутим против него высший свет. Почему это произошло? Почему это происходит? Да потому что вот нахожусь я и этот мир, и здесь я. И я ничего не ощущаю за пределами нашего мира. Здесь так называемый махсом. Махсом – это как граница, шлагбаум. Граница. С пяти органами своих чувств естественных я ощущаю себя только в определенной границе маленькой, которая называется этот мир. Если я что-то ощущаю, я ощущаю это в своих желаниях. То есть все, что я ощущаю, входит в мои желания. То есть этот мир – это значит, эти, действующие сейчас, мои желания. Если бы я не желал, я бы не ощущал. Бывает так, что у нас некоторые желания отключаются, тогда мы ощущаем меньшую часть мира. Бывает, что мы более возбуждены, мы ощущаем большую часть мира. Или качественно мы ощущаем то так его, то по-другому. Все зависит от наших желаний, какие в них происходят процессы. Мы с вами говорили о том, что человек состоит из пяти отверстий, органов чувств. А дальше за этими органами чувств есть желание. Если есть желание, то я ощущаю. Рядом с желанием формируется тогда у меня и разум. Мозг работает. Как только желания нет, человек умирает. Перестает ощущать то, что его окружает. Так вот эти наши желания сегодня, они очень маленькие. Очень маленькие, они естественные. И разум наш мы используем всего лишь, как мы говорили, на 2%. А нам больше незачем его использовать. И рисуем себе картину нашего мира здесь вот, на задней стороне как бы головы. Если я на это свое желание, даже на это свое желание начну создавать экран, то я начну ощущать, кроме того, что попадает естественным путем в мои пять органов чувств, зрение, обоняние, осязание, вкус, тактильное ощущение, я кроме этого с помощью экрана начну ощущать существующий здесь свет.
В той мере, в которой у меня есть экран, я начну ощущать наличие этого света вокруг меня. То есть я начну ощущать, что называется, высший мир. Тот, который находится выше ощущения моих 5 естественных органов чувств. Тот, который неестественен для меня. То есть мое животное тело его не ощущает. Если его можно ощутить только с экраном. Работа человека называется работа с экраном. Поэтому человек называется Адам. Адам – это на иврите человек. От слова «эдаме», просто от слова «доме». «Доме» – это подобный. Подобный имеется в виду Творцу. А это возможно только с помощью экрана. Поэтому наука Каббала говорит о том, что люди, которые еще не овладели экраном, находятся на уровне животного. Животного, то есть естественного, как родился, так он и существует. Те, кто овладевают экраном, они поднимаются на уровень Адам, на уровень человека. Почему? Потому что в нас есть желания телесные. Это имеется в виду к пище, к секс, это не секс, в принципе. Пища, секс, семья, телесные желания, желание к богатству, славе, власти. И знанием. У животных есть только на минимальном уровне телесные желания. Пища, и никогда они не будут кушать лишнее, как человек, а только то, что им необходимо. Секс, у них нет секса, а только спаривание для продолжения рода. И семья тоже только ради этого существует. В человеке эти желания больше, чем у животного. И кроме того, у него еще есть вот эти дополнительные желания к богатству, славе, власти, которые называются желаниями не телесными, а общественными. Человек получает их от окружения, общественные. И причем, кроме того, что у человека есть огромные желания к пище, к сексу, к семье, и дополнительные желания того, каких нет у животных, богатству, славе, власти, знаниям. Кроме того, эти все желания в человеке, они постоянно меняются. У животного они постоянны. Родился, и такой он всю свою животную жизнь. Так вот, наука Каббала говорит о том, что человек должен, в принципе, все вот эти излишние желания поставить под экран. И кроме этого, оставить себе только необходимое, как у животного. То есть, как мы называем это, необходимое или необходимые, допустим. Необходимые желания оставить себе. То есть необходимые, которые существуют у животного, а все остальное поставить под экран. Тогда ему, это на первом этапе своего развития. На следующем этапе своего развития у него после этого начинает развиваться экран на наслаждение не эти, это наслаждение, а это экран. А наслаждение, которое он будет получать уже
от раскрытия ему высшего мира, высшего света. Следующий уровень наслаждения. Это наслаждение этого мира. И появится у него уже наслаждение светом. И если у него будет растущий постоянно экран, он будет через себя пропускать все эти огромные наслаждения, постижения. Он начнет наконец-то использовать все 100% своего разума, а не 2%. Он поднимется тогда в следующий уровень мироздания. Как работает экран? Мы уже с вами говорили. Значит, после того, как образовалась Малхут мира бесконечности, мир бесконечности, и произошел там Цимцум Алиф, исторжение света, и затем было решено, что это творение, желание будет работать только с экраном, после этого оно начинает работать с экраном. То есть то же самое творение, та же четвертая стадия, самая большая эгоистическая стадия, которая осталась пустой после Цимцума Алиф, после сокращения, она сейчас начинает развивать на себя экран. Когда она начинает развивать на себя экран, она представляет собой уже не какую-то бесформенную область, а определенное абсолютно строение. Что же это за строение такое? У него появляется у этого творения, во-первых, 0, 1, 2, 3, 4 стадии, которая называется голова. На иврите это называется рош. К сожалению, очень много сейчас у вас еврейских слов, но потом они все будут повторяться, много их не будет. Просто поначалу, конечно, их кажется много. Рожь, голова, она ощущает приходящий сверху свет, который достигает экрана. Здесь находится экран. И который отражается от экрана обратно. Свет, который приходит, называется Ор-Ешар, мы с вами говорили. Который отражается, называется Ор-Хозер. Место, где находится экран, называется П. П – это рот. Рот, через который мы получаем пищу. Почему? Потому что после того, как происходит в голове решение, сколько взять ради Творца, после этого оно получает внутрь. Сколько оно получает? Все желание, которое есть здесь в мире бесконечности, огромное, в четвертой стадии, делится на две части, которые называются внутренняя часть, или на иврите тох, тох от слова «нутрь», и конечная часть, которая называется сов, конец. Разделительная граница между ними называется табур, пуп. А там, где заканчивается вся эта конструкция, называется сиюм. Сиюм – это окончание. Или сиюм называется еще сиюм раглин, окончание ног. Или окончание даже пальцев ног. Ну, в общем, это сиюм, окончание. Все это устройство называется парцуф. Что назначает вообще на иврите лицо или образ.
свет, который входит внутрь части парцуфа, внутренней части парцуфа, тох, называется орпними, внутренний свет. ОП, орпними. Ор – это свет, а пними – это внутренний. Как мы уже говорили, получаем внутрь только часть наслаждения, света. Только ту, с помощью которой мы можем доставить наслаждение дающему. Поэтому не весь свет получаем, а только его часть. Орпними. Часть света, которая остается снаружи, которую мы не можем получить, называется ормакив. Ормакив – окружающий свет. Ормакив – окружающий. Он как бы окружает парцуф. Он хочет давить, он давит на парцуф, он хочет, чтобы этот парцуф, эта конструкция полностью его получила. Ну, как бы, как хозяин, который приглашает гостя и пытается всунуть в него все, что приготовил для него. А конечная часть парцуфа, она остается пустой. В нее свет не получаем. Вот такая происходит у нас конструкция. То есть, первоначальная кли мира бесконечности, которая состоит, как мы уже говорили, из четырех частей, из пяти частей, ну, включая нулевую часть, да, которая сделала на себя цимцум, а затем экран, решила получать ради отдачи, сделала расчет, сколько может отдать, сколько может получить, до того уровня, до которого она смогла в себя получить, вот эта часть называется тох. Та часть, которую не смогла на себя получить, эта часть называется сов. Та часть, где она производила свои решения, расчеты, называется рош. Вот такие у нас здесь с вами происходит уже разделение творения в соответствии с той работой, которую он начал над собой производить. Ну, затем мы с вами будем еще много о чем разговаривать. В принципе, что здесь интересно? Интересно здесь, что во внутренней этой части парцуфа Творец и творение сливаются вместе. Потому что здесь, во внутренней части парцуфа, творение ощущает желание Творца ему дать, ощущает страдание Творца от того, что творение не наслаждается, ощущает то наслаждение, которое оно дает Творцу, становится при этом на уровень Творца. То есть в этой части, в тох парцуфа, происходит, что называется, двикут, слияние, склеивание до полного абсолютно подобия, уже неразличия между творением и Творцом. В принципе, все... вся программа творения, весь замысел творения, он в том, чтобы вот этот табур, эта граница, она вообще спустилась бы вниз. И не было бы никакой границы. А полностью весь свет наслаждения, весь Ор-Ешар прошел бы внутрь и наполнил бы все творение, чтобы Творец полностью вошел бы в творение. И не было бы тох и сов, а все было бы только внутри творения тох.
когда творение достигает такого состояния, оно считается полностью исправленным. То есть все его желания, они задействованы, реализованы только на отдачу. И такое состояние творения, когда все 100% желания, они будут ради отдачи, такое состояние называется гмар тикун. Гмар – это окончание или конец, а тикун – это исправление. То есть конец исправления. Вся наша работа, начиная с того момента, как мы начинаем ощущать какое-то давление, какое-то влечение к духовному, к освоению более высшего, скрытого от нас мироздания, вся наша работа заключается в том, чтобы начать обретать экран. С помощью экрана в его мире начинает раскрываться свет, высший мир, высшая сила, слияние с ней, понимание ее. Человек начинает ощущать себя выше своего тела, как мы говорили, он начинает работать выше телесных своих желаний, только в необходимых для существования. Все остальное идет на отдачу, и поэтому сразу же он поднимается до состояния вечности и совершенства. Мы не представляем себе, что значит существовать в иных желаниях, кроме наших естественных, сегодняшних, которые мы получили от природы. Если мы начнем их использовать на отдачу, мы сразу же в эти желания начинаем получать свойства Творца. И поэтому они сразу же становятся вечными, а я говорю о желаниях, они сразу же становятся вечными, совершенными. Человек начинает ощущать себя плывущим совершенно в иной струе течении мироздания. Не в нашем мире. Он видит наш мир, он понимает, он живет вместе с нашим миром, он заинтересован в том, чтобы дальше передавать эту методику исправления, постижения вечности. Но отождествляет себя, то есть живет в своих желаниях. Он на совершенно ином уровне. Такого состояния гмар-тикун, конец исправления, должны достичь все, абсолютно, каждый, как говорит книга Зоар, с нашего времени и далее, с конца 20 века и далее, эти желания начинают в человечестве пробуждаться. И поэтому наука Каббала начинает раскрываться. И, соответственно, против этого есть у человечества запросы. Ну, а мы, как каббалисты, обязаны эти запросы удовлетворять, потому что должны быть заинтересованы в гмар-тикуне всего человечества. У вас есть, может быть, вопросы? Я правильно понимаю, что как только я использую любое свое желание на отдачу, с намерением отдачи, я уже получаю этим самым свойство Творца. Любое желание, неважно какое. Все наши желания, они включены в то четвертое состояние в мире бесконечности. Поэтому, если в неживой, в растительной и в животной природе желания заданы изначально природой, природа задает эти желания и автоматически управляет творениями. То есть нельзя сказать, что корова самостоятельная, у нее есть право выбора, или работают не по инстинктам любые там другие существа. Так? То есть все, что задано в неживой растительной и животной природе, не поддается никакому исправлению, потому что не нуждается в исправлении. Природа как дает эти желания, так ими и управляет. Создал творение Творец и управляет полностью им. Значит, с этим творением нам делать нечего. Есть уровень человек. Человек получает
желания и должен поставить себя относительно природы также под закон природы. А закон природы – это закон Творца. Как мы говорили, Творец и природа, Элоким, Тева – это одно и то же. Закон природы – это закон абсолютной отдачи. Мы просто не видим это вокруг нас, мы об этом как-нибудь поговорим и обнаружим, что это на самом деле закон абсолютной отдачи. Если мы хотим исправить себя соответственно с природой, стать подобными природе, то мы должны полностью построить себя на принципе отдачи. А принцип отдачи, он говорит в том, что ты начинаешь решать самое необходимое для функционирования, для существования. Это надо мне. Это закон жизни любой клетки, любого организма. Что каждая клетка, каждый организм получает для себя необходимое. Для чего? Для того, чтобы все остальное отдавать всему организму. Ну и что в этом, в принципе, за особенность? Особенность в том, что когда ты отдаешь всему организму, ты при этом весь этот организм, а весь этот организм – это и есть Творец. Ты весь этот организм присоединяешь к себе, потому что ты начинаешь ощущать его желание относительно себя, его наслаждение от того, что ты его наслаждаешь. Ты полностью сливаешься с ним. Ты таким образом выходишь от своего маленького мирка, в котором еле-еле существуешь свои там 70 лет, и начинаешь существовать в Творце, в бесконечности. В этом заключается принцип отдачи. То есть, в принципе, это не отдача, это обретение огромного внешнего желания. Всей природы. Но, опять-таки, сейчас, может быть, это звучит, конечно, фантастически, коммунистически. Мы все это еще обсудим много-много раз и убедимся, насколько человечество искало и не там, где надо. И все ошибки, которые оно прошло, это все были ошибки, к сожалению, от незнания, методики правильного соединения себя с природой. Мы чувствуем себя комфортно только тогда, когда находимся в гомеостазисе, в подобии, в равновесии с окружающей средой. На нас воздействует окружающая сила, которая называется Творец. И он находится в состоянии абсолютной отдачи. Вся природа, неживая растительное животное, управляется им, поэтому там практически нет никаких страданий. От чего они есть, мы потом с вами будем изучать, это от того, что человек, в принципе, неисправный. Поэтому он отражает свои неисправности и на остальную природу. Но, в принципе, получается, что человек, он находится в полной противоположности с природой. И поэтому, по мере своего развития, чем больше в нас желание насладиться, чем больше в нас овеют, тем более мы находимся противоположными природе, и поэтому больше страдаем. И поэтому с каждым поколением количество страданий в человечестве увеличивается, несмотря на то, что все вроде бы есть. И поэтому не поможет нам накормить человечество, там, вылечить его, ничего это не даст. Потому что страдания, они от нашего противостояния с природой. И нам надо достичь неподобия. Только если я дохожусь в равновесии, в подобии с окружающей средой, я чувствую комфорт. Вплоть до того, что я чувствую себя вечным, совершенным. В этом заключается результат, которого мы должны достичь с помощью науки Каббала. Ну, на этом мы с вами сегодня попрощаемся. Большое вам спасибо всем. До свидания, до встречи.